Сегодня в магазине купи сувенир. Мы снимаем очередной видеообзор вот о такой вот рынде, вернее, таком карабинном колоколе. Правильно назвать его, конечно, рында, хотя она очень миниатюрная, скажем, от такого маленького корабля. Вот этот вот колокольчик имеет, в принципе, декоративное значение, но сделан он по образу и подобию именно такого корабельного колокола, который должен находиться на корабле, который является очень важным корабельным атрибутом на любом судне. Вот. И я хочу рассказать немножко именно вот об этом. То есть, как вы будете его использовать, это уже ваше дело. Возможно, созывать близких к обеду, возможно, что-то там сигнализировать на даче. Но он сам по себе, посмотрите, как отлично смотрится. Полированная латунь, очень надежное крепление. Кстати, для крепления предусмотрены производителем вот такие вот три латунных самореза, которые точно подходят к этим отверстиям. И вам понадобится минута вашего времени и отвертка, чтобы закрепить эту рынду, эту мини-рынду на любой пригодной для этого поверхности вертикальной. Вот. Плетеный шнур, такой хлопчатобумажный, очень толстый, такой тоже удобный, солидный. Ну и осталось нам продемонстрировать звук этой рынды. Очень мелодичный, очень такой благозвучный, такой растянутый во времени, то есть колокол правильных размеров, правильных пропорций, ну и правильно, соответственно, звучит. У нас много всяких подобных корабельных колоколов, рынд, поэтому вы заходите, выбирайте тот размер, который вам нужен. Ну а если соберетесь купить, можете всегда к нам перезвонить, мы продемонстрируем, как он звучит, вы послушаете. Ну и смотрите наши видео, на них все мы стараемся доступно вам показать.